Вернувшись из Европы, Петр I никак не мог отвыкнуть от немецкого порядка и привыкнуть к русскому беспорядку. Минхерц! Грязь! Россия, Минхерц! Россия! Россия! Благодарствую! Россия! Благодарствую! Благодарствую! Алексашка! Да! Друг! Гляди! Что это, Минхерц? План евроремонта России. Вот здесь окно прорублю. Здесь град заложу. Что думаешь, друг? Да, хорошо бы, конечно, Минхерц, но ведь денег-то в казне нету. Как нету? Когда уезжал, были! Не виноват, как перед Богом чист проворовались чиновники. Я чист, чист я, Минхерц. Мерзавцы! Всюду воровство, темнота, казнократство, средневековье. Пиши указ. Пишу, Минхерц. За казнократство. За казнократство. Карать смертную казнью. Смертной казнью через что? Что сие значит через что? Ну, смертной казнью через повешение, там, через расстрел, через четвертование, через что? Через что раньше на Руси карали? Через посажение на кол, Минхерц. Это как? Так, что ли? Так. Вот страна. Все привыкли делать через задницу. Пиши. Через повешение.